Всем привет, дорогие друзья! Делал я как-то видеоролик о катализаторах, то есть каталитических нейтрализаторах. И многие подписчики канала и друзья канала задавали вопрос мне в комментариях о том, стоит ли чистить специальными очистителями катализатор на автомобиле. Вы наверняка знаете, что существуют такие очистители, которые предназначены именно для очистки катализатора. Так вот, можно их применять на автомобиле или нет? Сегодняшняя тема видеоролика именно об этом. Дорогие друзья, перед тем, как чистить катализатор, необходимо знать его состояние. Разрушенный он, не разрушенный он, в каком он состоянии сейчас? Может, он оплавленный, может, он просто потрескался, может, он рассыпался, может, он закоксовался. То есть причины неисправности катализатора могут быть абсолютно различные. И я вам скажу так, все зависит от того, еще, чем, допустим, закоксован, если он не рассыпался, а даже целый, то есть керамические соты катализатора внутри, они могут быть целые, но они могут быть просто тупо закоксованы. Они могут быть закоксованы различными составами. Первый состав — это может быть закоксованное масло. Допустим, некачественное масло какое-то применялось, или в процессе работы двигателя масло поджиралось, и оно попадало туда и закоксовывало ваш катализатор. Либо это присадки в топливе, какие-то негативные металлосодержащие присадки в топливе, которые также закоксовывают керамические соты катализатора. Возможно, была пробита прокладка головки блока цилиндров, и антифриз попадал к вам в выхлоп, закоксовывая соты катализатора. Может быть, из-за какого-то некачественного топлива произошло плавление. Может быть, из-за сбоя в режимах двигателя произошло плавление сот катализатора. То есть, друзья мои, вариантов может быть множество. Но универсального средства для чистки катализатора нет. Ну и самое страшное, если он у вас развалился. Это может вообще привести к поломке вашего двигателя, так как керамическая пыль разрушенного катализатора может поступать назад в поршневую, мало того, что через ЕГР, а второе еще через клапана выпускные. То есть высока вероятность проникновения керамической пыли непосредственно в камеру сгорания вашего двигателя. А керамическая пыль является очень мощным абразивом, который просто может убить цилиндропоршневую группу вашего двигателя. И двигатель придется либо ремонтировать, либо ставить какой-то контрактный. Поэтому, друзья мои, я категорически не рекомендую применять любые очистители катализаторов. Все это абсолютная ерунда. Нет универсального средства для очистки катализаторов. Если с вашим катализатором что-то произошло, то нужно вначале разобраться, что с ним произошло. А только после этого принимать решение дальнейшее, что с ним делать. Стоит ли его менять на другой, или, может быть, попробовать его восстановить, то есть промыть. Но для этого необходимо снимать катализатор и изучить его общее состояние. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока.